Ребята, всем привет! Сегодня опять едем к Диме с Ваговщины. Баньку он там делает и говорит, надо песку привезти. Я говорю, ох, знаешь что, забыли, надо подмести тележку. Я же что ходил-то за этим. За подмести, что, зачем мне мусор. И сейчас мы доедем до него. Он там карьерчик, я говорю, найди карьер, закидаем тебе песку, пару телег привезу и вывалим у бани. Он там поднимать собирается, брат приехал, не знаю, сейчас посмотрим. Так что смотрим, не переключаемся, будет интересно. Погнали. Сегодня у нас жарище. Пришло тепло к нам уже. Недельку, наверное, стоит. Так что не так просто работать в такое тепло. Доехали в бар. Дима пристал, Гегель, к нам. Да. Говорит, есть да не пристал, рассказ. Не пристал. Только у меня микрофон, Дима, здесь, говори громче, потому что тебя может плохо будет слышно. Ну, не знаю, там как слышно, не слышно. Орать я точно не буду. Ты же горлопан старый. Ух, не знаю. Чего же у тебя произошло? Вчера. Еду на велосипеде. Это было в районе трехэтажки. Идет компания навстречу. Ну, я, естественно, принял вправо. То есть я пропускаю компанию. Из компании вылетает цветастый мяч. За ним мчится цветастый малыш. И прямо мне под колеса. Я понимаю, что чисто физически мой тормозной путь гораздо больше, чем этот малыш. То есть получается Алис. Я начинаю орать. Ай-яй-яй. Малыша уносят в сторону. Слава тебе, Господи. Ситуация, которая произошла 2 минуты, там, ну, вру, 5 минут тому назад. Еду в районе продуктового магазина. То же самое. Юля, дорогая моя женщина, я обращаюсь к тебе. Вот смотри, вот ты женщина, да? Ну, девушка, женщина, какая разница? Неважно. То есть суть рожать, да? То есть самка. Давай ближе к делу, Дим. Ну что же у нас пленки не хватает? Смотри, я общаюсь с дамой. Она читала то. Она читала это. На. Слушала то. Такая изысканная дама. Дальше. Я ей говорю, последние покупки. Она говорит, рогатку, говорит, купила. Я говорю, нахуй. Зачем? Она говорит, собака отстреливать. Я говорю, зачем? Что-то логика у тебя не отражает. Причем тут ребенок, рогатка и женщина. Свяжи, дорогой мой, три вещи-то в одну. Это знаешь, напоминает старую загадку. Едешь ты по серпантину, справа обрыв. С одной стороны стоит старушка, с другой ребенок. Кого давить будешь? Да. Естественно, серпантин. Давить надо тормоз. Как и в этот раз, понимаешь? Дима, а не кого-то? У меня тормозной путь. Какая разница? На данном автомобиле... Канаву сразу же сворачивай, люди стоят. Я вправо стянул. Ты этот, повышенная опасность едешь на велосипеде, ты не понимаешь, что ли? Ну, я что выше, ты... выше немножко, ну вот, что? Вот, еще пьяный, усугубляет, пацаны, он тут оправдание себе ищет. Напился, сбил ребенка и сейчас нас, хочет, чтобы мы его поняли. Еще ругает мам, которая защищала свое дитя. Но ты, Дима, дал. Пойду я к Сане интервью возьму. Не интересен ты нам, жулик. Саша тут играет великан в домино. Как, Саша, выигрываешь? Постоянно. Это у нас местные завсегдата и бара. Играют, но не на деньги. Так, ради спортивного интереса. Мы поехали к Диме в Волгощину, песку ему надо привезти для стройки. А куда тебя садить некуда? Кондранцик. А это, слышишь? А что, давай что-нибудь поделаем сегодня с дровами-то? Что, решать будем? Нет. Здоровыми будем, давай жара спадет у нас чуть-чуть. Да, когда спадет, я с голоду умру уже. Это не мои проблемы. Вот есть панорама, там можно подшабашить очень нет, хорошо. Там нет работы, меня нет, вызвали. А я тоже голодаю, ничего. Ты и так вон толстенький, вроде, похудеть надо. Все это незаметно. Ладно, мы поехали, давай. Где песок брать будем? Диме приехали, отца. Там где, ну карьер это. Карьер, где у тебя карьеры? Вот как, ну спускайся. И направо. Так. Это где? За лесом? Да. Погоди, не могу сообразить, где там карьер.
Он тебе это... Первые двери и садовка. А, ну понял. И туда ниже еще. Ниже, но тут этот, газ-то не ложи, не газ, да, этот, да, водопровод-то ложили. Да, да. Вываливать кого будем? Дай мне, Юль, камеру. Я видел, сейчас ехал-то. Ой, чуть не упал на мосту. Дима баню сделал. Ой, сделал. Делает. Сейчас я вам покажу. Вот тут был. Вот так вот сейчас видит. Че, я могу идти к бане? Пошли посмотрим дорогу. Не, я там уже, ну, на офис. А, сейчас я обойду, посмотрю, как у тебя тут сделано. Идем смотреть. Ишь. Так, Дима топорики замочивает. О, нифига как. Сюда? А, ну на железо. Где железо стащил? Ну, у меня на потолке было. Понял. А это потолок у тебя? Так. Какие планы у тебя? Как ты их будешь делать? А ты сейчас это, ну, прямо как поновее. Сюда подставишь прямо? А связывать как будешь на углу? Какие, блин, что? А что тебе это? Тему... А да, у тебя нижний-то звенец тогда выпал бы. Ну ладно, это я что, потом приеду, посмотрим, как это ты делаешь. Что, в баньку зайдем еще? Так, выровнял уже, да? Это ты с братом все делаешь? Да. А и, ну, домкратом. Домкрат, да понятно, а так-то не поднимешь. Во, а печку что, перебирать потом будешь заново? А я, ну, буду, ну, по-белому. А, по-белому, с трубой? Ну, конечно. Ну, нормально у тебя, Дима, что ты тут все? Чутенько. Ты что, мне не позвонил? Я бы приехал, поснимал, как вы тут работаете. Так, это все убрали, да? Ну. Замечательно, смотри, у тебя... У тебя сейчас и повыше будет, можно почти ходить в этот, полный рост. У тебя бревна-то есть, да, на подкаты? Весь материал есть? Ну и все четко. И крышу есть чем перекрыть. Шуфер убирается. Так, тебе сколько телег на? Телегу ходит. Мешка 4 песку и 2 мешка глины. А глина где брать? Там же. Ты в мешки ходишь, я хочу тебе песок-то так привезти, насыпной. Но, ну давай сначала песок привезу, а потом с глиной разберемся. А давай, ну песок, и я мешки-то достал. Пока оставь, я сначала тебе песок привезу в этот, насыпной. Но. Я тебе вывалю прямо сюда, на кузове его. Давай. А глину тогда в мешках. Но. Все. Тогда сейчас я приеду, я знаю, где карьер-то. Ты со мной-то не катайся, нафиг ты мне нужен. А зачем? Я накидаю сам. Быстренько и все, и сюда подъеду, выгружу. А потом мешки у тебя возьму. Okay. И все. Они пока не нужны, я тебе полную телегу песка сейчас привезу. Я же себе тоже, Дима, возил песок-то. Когда фундамент делал, я весь песок на квадроцикле привез. Ну только ты, ну, чистый поставить. Чистый будем. Речного не обещаю, но такой. Сейчас что-нибудь выберем. Ладно, тогда жди, сейчас мы сделаем все. Хорошо. Не надо, я накидаю сам. Что там? Не помогай ничего. В общем, Юлька, едем на карьер. Там дальше я знаю, где он сказал. Сейчас телегу песка, потом съездим еще телегу, 4 мешка ему глины. Ты подержишь мне мешки, я на глины накидаю. Там же, говорит, есть глина. Сейчас все найдем. Деревня Вагощина. Забытый богом край. Сколько тут? 30 километров, 38 от Кирова. Цивилизации нету, ни водопроводов, одного электричества, ни газа, ни хрена. Дима единственный житель, остальные все дачники. На чате кусает? А нынче посмотреть, будут ли шишечки на кедрах, меня спрашивали подписчики, я так и что-то не обращал внимания, будут ли нынче шишки, давай глянем. Я думаю, такая осень была, что там видно, пацаны, вам не? Вроде будут, что-то Юлька видно, вроде шишки. Ага, он есть. Вот он, карьер, приехали. Здесь у нас водовод. Забросили, между прочим. Разворовали весь водовод. Уголовных дел сейчас завело по области. Там миллиардами, вообще миллиардами воруют. Все заморожено, брошено. И походу
все деньги в землю закопали, вот эти все миллиарды, которые, да, и никто ничего делать больше не будет. Ну и к лучшему. Мы вообще вся область, ой, область, весь район сопротивлялся. Говорим, нахера, нихера, под нас землю будут, ой, воду качать. Мы же провалимся, экосистема нарушится. Они говорят, да пошли вы нахер. Городу нужна вода. Но они учли, что чиновники да жулики у нас. И все подрядчики распилили весь бюджет, разворовали и все забросили нахер. Так, песок мы будем брать отсюда, а глину вон я там вижу. Глину в мешки накидаем. Сейчас еще здесь пройдемся, посмотрим. Вон там еще куча песка хорошего. И все. Отсюда сейчас возьмем. Откуда-нибудь. Что, купаться будем? Между прочим, здесь вода теплая вообще. Карьеры. Поехали давай. Песок искать. Не, вон там, наверное, Вюша. Там куча речного песка. Чего, головастики, лягушки обыкновенные? Лягушки, да. Лягуши. Чем они, французы же их есть. Нахрен они нужны. Опачка! Итак, сейчас мы ему песка здесь накидаем, ну, почище, не почище, какой уж получится. И в следующий рейс глины привезем. Ну-ка посмотрим, что за песок. О, песочек замечательный вообще. Я у себя фундамент вот год делал, нынче тоже опять надо делать там чуть-чуть. И квадроциклом все навозил. Вообще вот эта техника вместо трактора в деревне, вот, самое лучшее, я не знаю, почему вот такие цены у него вот большие. Он у меня вместо трактора все делает. Плуг покупаю еще, подцепляю, можно пахать. Для деревни, для села самое то. Они там цены гнут на него, блин. Я хочу себе этот, 800-й. Сейчас вышел CF Moto 800-й, нового образца. К следующей сезону, наверное, обязательно куплю. Если денег поднакоплю, 700 тысяч стоит. И поменяю квадроцикл, возьму себе 800-кубовый. Аж от, там, аж от какой-то вышел. Да, песок-то здесь шикардос. Мягенький, почти как речной. Без глины, без всего. Вообще нормальный. Он 4 мешка просил, а мы сейчас ему завезем целую кучу. Жалко, далеко от того, где я живу, себе бы еще песка навозил. Он здесь еще сухенький, можно больше увезти. Я себе это грузил, сырой был. Сейчас я ему по суше накидаю. Так, здесь вот какая-то грязь, нафиг он нужен. Смотри, он как сахарный песок. Рассыпаться весь. Тележка 500 килограмм может увезти по инструкции. Я и возил по тонне. Там подушки внизу. Раз и все. По суше буду брать, чтобы поменьше нагрузочка была. Пойди глину-то ему также привезем. Они в мешках. Только вываливать будет сложнее, смотри, глину. Это песок сыпучий. Глину тут хрен ты так вывалишь. Да, 4 мешка, он говорит. Так возьмем тогда. Ты мне подержишь, а я глины ему накидаю. Вон там глина есть. А вон рядышком. Все, я думаю, хватит. В принципе, еще даже можно. Смотри.
еще гуляет чуть-чуть. Ну, я не знаю, куда ему много. Давай еще пару лопат. И готово. Потом за глиной еще приедем. Хватит, наверное. Сейчас я буду выезжать отсюда на пониженной передаче. Ху-ху-ху. Так. Вон там-то вообще такой классный песок. Можно там было брать. А тут везде можно брать. Так, погнали. Сейчас я выеду, Юль. Надо с это, с разбегу. Погоди. Еще нас разбегу чуть-чуть. Я погоди, я скорость наберу. Че, он буксует? Ты смотри только в камеру, смотри, а не на меня. Чуть-чуть не могу выскочить, Юль. Перегруз. О, а я что торможу? Сейчас передний мост включу. Включаю передний мост. Она совершенно другая ситуация. Поехали. Так, Димина банька. Сейчас мы кругаля дадим и тут развернемся. Собаки-то фиксики, ничего они. На той собаке, чтоб лаять. Работа у них такая. Так, да, я пониженную включу, чтобы тут красить. Дима вышел. Дима вышел. Так. Там ли я приземлился-то? Ну что, смотри, Дима, как? Нормально? Прямо сюда валю. На муравейник. Открываем борта. Хрен еще откроешь. Сейчас, погоди, я подниму, она же у меня опрокидывается. Даже супер телега, Дима. Так. Пока не надо открывать, она сама откроется. Открываем. Блин, облом. Подними-ка, Дима, крышку эту. Заткни ее обратно. Поехала, все, открывай. Так, я лопату сейчас возьму, разгрузим. Разгружать гораздо быстрее, нежели загружать.
Песочек, Дима, нормальный там. Забуксовали, правда. Без переднего моста бы не выехать. И вообще такой четкий песочек. Чистый. И одной телеги хватит. А если не хватит, позвонишь. Так, неси-ка метлу лучше, Дима, не мешай мне тут, подметем кузов. Погоди, дай, Дима, с этой стороны, а то у тебя тут это. О! Сейчас там снизу лопатой отпихаем. А сейчас не выеду, он скатится сам с этого. Потом застегну тележку. Так, тащи-ка, Дима, мешки сразу же. Сейчас я отъеду. А то... Так. Готово. Здесь застегнем. Ну как тебе, Дима, тележечка? Все, нормально. Вещь. Не хватит, так позвонишь. Что не закроется тут. Вынести надо. Держал? Мешки хорошо. Сейчас накидаем тебе. А что, два, думаешь, хватит? Ну смотри. Ты бы лучше дал три. Я просто не полный бы их. Легче грузить потом и таскать. Чтобы не под завязку-то. Во! Сейчас еще разик рейс сделаем. Что там, не блекло на солнце? Возьми меня на фоне дома. Деревня Ваговщина. Кому надо, приезжайте, стройтесь. Речновское сельское поселение. Или какое там сейчас оно. Договоритесь. И вам. Вот здесь дом стоял, Павлы находил я 2 года назад. 2 года так и походить здесь не могу. Но весной мы сюда обязательно приедем. Вот по этому месту здесь песочек везде. Хорошо, вот у Димы тут баня. Тоже буду походить у бани. Ну мы везде походим, успеем. Мест много, но такие они сезонные места. Потому что здесь, сами видите, травы много. Сейчас Дима еще мешок один привезет. О, у меня же есть, иди, Юль, покажу. Фишка какая. Мы же с собой сумку в холодильник возим. Смотрите, какая у нас. Холодный квас, соки, воды. Хоть торгуй. Смотри, еще в испарении весь. Квасок. Вятский квас разливной, мне нравится. Газов много, я выпускаю из него газов. Юлечке нельзя, у нее горло болит. Да кайф. Холодное на жаре. Смотри, у меня еще гранатовый сок холодный есть. Погоди. Вот он не сильно холодный. Гранатовый сок вкуснее. Ну, кислее. О, жара 39 градусов, а может все 40. А у нас не как у вас на Кубани. У нас жарит так, что волосы выпадают на голове. Вот как жарит. У нас пауты, вот такие оводы, слепни, мошкара. Юлю, вон кусают во все места. А что ты не побила-то? Давай. Пей, Дима. Клади мешок. Мы сейчас здесь выйдем и сюда привезем еще. Так что давай. Мы помчали дальше. Погнали. Приехали. Опять мы. Фу. Пойдем глину искать. Так, Юлечка, не отставай. Сейчас мы возьмем мешочек один. Пробник сначала снимем. Вот здесь глина. Такая, правда, глина да плюшевая. Не нравится она мне, но... На кого смотри.
О, глина вроде, да? И какашки козлячьи. А что-то она сухая какая-то. Такая или глина она вроде должна? Или она просто высохла, как думаешь? Смотри в кадр, Юль, ты что снимаешь-то? Не, вот она, нормальная глина. Просто она здесь сухая, не как у нас. У нас она сырая всегда и слипшаяся. Мы в карьерах копаем, а это поверхностная, по ходу глина. Так, вы бы, сударыня, подержали мешки, а я бы загружал. Давай, потом снимем остальное. Глина у них интересная здесь. Какая-то, я уж повторюсь, своеобразная, рассыпчатая. У нас она немножко другая там в болотах. У нас к буру прилипнет и хрен отдерешь. Один мешок Дима дал рваный. Надеюсь, не высыплется. Два мешка нормальных. Весят по 500 килограмм, но мужик очки. Пофигу. Опа. Че думаешь, не рассыплем? Как-то бы. А я друг на друга вот это-то завяжу. И все. Все. Сейчас едем. Отдаем и все. Они там с братом дальше делают. Погнали. Так, ты смотри, тут пляж целый. О, пляж. Ботинок заморал в песке, ну ладно. Ай-яй-яй-яй, трясины. Я хочу воду потрогать. Как она тут? О, ляпота. Ну вообще, пойди искупаемся. Ну я боюсь, меня засосет тут по самые помидоры. Фу, хорошо вообще. Так и захотелось нырнуть, но что-то... А? Она не голубая, она просто песочная, мутная. Вот помнишь, мы ездили с тобой на кладбище на проклятое? Вот там дренаж бежит, мы покажем скоро этот ролик. С полей бежит, вот такая же вода, мутненькая. Я сначала думал родник, потом до меня доперло, что это не родник, а этот. Смотри. Тут еще щебень кто-то валил. Для чего, непонятно. Хотел искупаться, а засосет, не засосет. Все, пойди, действительно, нырнем. Не, поехали-ка на речку сегодня съездим. Я там занырну. Здесь-то как парное молоко. Ладно, едем дальше. Погнали. Один мешок Дима дырявый. Один мешок дырявый. Вон, видишь, дырка. Это ложка старинная. Выкопали. Где? Я тебе говорю, тут у тебя древности какие. Юлька, покажи еще печать. В больнике. 259. Это еще царская ложечка. Мы такие находим на копах. Посеребрена, между прочим, Дима была в свое время. Держи. Конечно, надо. Это же коллекционная вещь. Сейчас заберем. Ты уже у нас не коллекционер. Смотри, какая глина-то, Дима. Сухая, нормальная. Там замочишь только ее. Она, наверное, что постояла, замокла. Скажи брату, пусть замочит какое-нибудь чайне. Но. И все, и она постоит, вымокнет там, перемешайте. Я же старый печник-то. Если что, зови. Может, тебе две печи могу сложить. Правда, давно уже не практиковался в печном деле, но думаю, шлепендрос какой-нибудь свалю. Ладно, мы поехали по делам. Я к тебе на неделю, наверное, заеду, посмотрю, что вы тут делаете. Проездом буду проезжать, да. Строечку твою. Попрощайся с товарищами у нас. Всем пока. До свидания. А мы поехали, у нас еще дела есть. Я, наверное, сейчас еще искупаюсь, на реку съезжу. Давай, Дима. Вообще пиздец. Хватит снимать. Юлечка, поехали давай.